Всем привет! Часто после занятий физкультурой в школе или игры в догонялки с подружками или езды на велосипеде у моей дочки болят ножки. И мы используем корень от сибирского здоровья. Вечером мы наносим этот бальзам на ножку. Он отлично впитывается, снимает воспаление, боль и напряжение в ножке. И утром нога уже не болит. Но если ножка болит сильно, тогда мы используем вот такой бальзам лук. Он тоже очень хорошо снимает воспаление, а также он отлично охлаждает ножку и снимает боль. Все средства от сибирского здоровья, они полностью натуральны, поэтому безопасны для ребенка. Используйте, нам очень нравится. Всем пока!